Варите рис на гарнир и хотите, чтобы он был белоснежным и рассыпчатым? Многое зависит от его разновидности. Но важно также соблюсти пропорции при варке. На одну часть риса взять две части воды и в середине приготовления добавить в кастрюлю лимонный сок или чуть-чуть столового уксуса. Они не будут чувствоваться, когда рис сварится, но помогут ему стать идеальным. Если же вы варите рис для салата, то лучше всего делать это накануне его приготовления. И для того, чтобы он точно стал рассыпчатым, когда остынет, можно добавить в кастрюлю немного растительного масла и хорошенечко его перемешать. Если собираетесь отправить рис в суп, то обязательно предварительно его промойте под струей горячей воды. Тогда бульон останется прозрачным. И учтите, что оставаясь в кастрюле, рис будет стремиться впитать в себя всю жидкость, которая там есть. И, возможно, ему это даже удастся. Так что, если готовите суп на несколько дней, лучше храните вареный рис отдельно и добавляйте его в бульон при разогревании.